Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы начнем прохождение игры под названием «Зомби». Данная игрушка выходила ранее на платформе Wii U и, соответственно, была эксклюзивом. Но недавно ее все-таки решили портировать на персональный компьютер и консоли нового поколения по каким-то неизвестным причинам. Я уже успел немножечко игрушку потестировать и скажу честно, она мне очень понравилась, по крайней мере, графику подтянули. Ставьте как можно больше лайков и поехали! Алхимия богатства обрушит новую чуму на человека. Смертная пелена покроет землю, и неготовые окажутся в ее власти. Ибо Бог не простит тех, кто не внимал ему. Грядет конец, когда черные ангелы уничтожат мир, предавший Создателя. Творение начнется заново. Ты! Я тебя вижу. Иди на мой голос. В туннель! Хорош глазеть! Быстрее! Вот так вот резко с места и в карьер. Так, ладно. Хорошо. Чумных тут много, это я уже понял. Но лучше тут не задерживаться, правильно? Так, что там у них? Они ж тупые, они же по лестнице, в принципе, лазать-то не умеют, скорее всего. Они только челюстями умеют щелкать, и все, они более. Идиотины. Ну вот и сидите там. Блин. Да. Прокатился, так прокатился. Нам бы фонарик. Давай, осталось совсем чуть-чуть. Так, пусто. Ну, конечно же. Тут, скорее всего, ничего толком не найдешь. Нажми Т, чтобы использовать фонарик. А, вот он есть. А, ну конечно же, еще и нужно следить за запасом батареек. Это, блин, это не камильфо. Придется тут как-то с этим делом обходиться. Ладно, сюда, конечно же, не попасть. Ой, давай. Ребята. Не надо. И... Начало было, прямо скажем, будоражащее. И очень сильно понравилось. Очень сильно понравилось. Пора вставать. Выглядишь
умею выживать. Верь или не верь, но я давно знал, что все случится именно так. Видишь ту штуку на верстаке? С экраном. Бери ее. Подожди, ту штуку на верстаке рядом с экраном я возьму чуть попозже. Я немножко хочу тут походить и поисследовать все, что есть. Так. Звук. Звук. Здесь можно настроить звук? Нет. Нет, и так уже громкость максимальная. На удивление. Ну ладно. Мы особенно придираться к этому делу не будем. Потому что не надо. Прекрасно. Твоё планшет. Детище. Назвал его планшет жизни. Там тебе и радар, и рация. Так что я за тобой пригляжу. Не помешает. Ну, спасибо, бро. Но сначала свет. В сортире есть генератор. Видишь зеленый огонек на радаре? Да, как же его пропустишь ты, этот зеленый огонек? Моргает, как этот кэп какой-нибудь. Механический. Если так, конечно, возможно. Так, где-то вот он. Теперь ты видишь, что делаешь. Возвращайся и посмотри на мониторы. Так, слушай, прекратим. Вот, все, спасибо. А то тут было как-то, прямо скажем, темновато. Очень даже темновато. Ноги видны, ног не видно. По-моему, на Wii U ноги были видны. Честно, даже не знаю, не могу ничего по этому поводу сказать. Последний мой подопечный. Вышел без планшета, и что в итоге? И вот еще. Мор. Мешок оперативного реагирования, типа. Полезная штука. Ладно. Найти предыдущего выжившего. Как я понял, мы у него можем найти еще и оружие. Как бы такое вполне возможно. Дверь не открывается, да? Понятно, как всегда, в принципе. Точно не открывается. Точно не открывается. Но дверь на хату лучше закрыть. Этому еще я научился после игры в Left 4 Dead. Когда от твоих действий зависит жизнь целой команды, начинаешь поневоле задумываться о том, закрыл ты дверь или не закрыл ты эту гребаную дверь. И, конечно же, здесь мы с вами ничего интересного не найдем, да? Толкнуть. А, понятно. То есть это все сделано для того, чтобы двери баррикадировать. Ясненько, ясненько. Что-то мне это место совсем не нравится. Пора испытать твой новый радар. Новый радар, да? Пора испытать, говоришь. Он уже в действии. Готов. Ну, я подозреваю, что где-то здесь наш коллега бывший. Потому что была кровь, было много крови. Хотя тут и так, скорее всего, крови будет много. Удивляться, прямо скажем, нечему. Вот странное дело, да? Он там валяется, что ли? Если я все правильно понял, конечно. Игра в некотором смысле казуальная. Но, блин, она прикольно казуальная. Нет, 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 нет. То есть, все равно получается, нужно где-то искать его здесь. Я думаю, что тогда вот тут, туточки. Не привередничай, бери уже биту. Ага, да, ну конечно. Считай это негласным договором всех выпусков. Если тебя укусят, ты же не будешь против такой помощи. Да ты чё? Начало положено. Противно, но необходимо. А теперь загляни в мор. Там вроде должны быть пистолеты и патроны. Без них никуда. Нужен молоток для того, чтобы эту дверь взломать, да, получается. Так, какую кнопочку надо? Вот, нормально. У нас есть патроны. Я не знаю, откуда ты взял аптечка. Пистолет сам, фонарик, конечно же. С кучей батареек. Ну и БДСМ дощечка. Молодцом. Хочешь выжить? Соблюдай здесь чистоту. Правила выживания.
Не спешите, обыскивайте все, что не заколочено гвоздями, никогда не паникуйте. Побежите, сломя голову, наверняка погибнете. И живые и мертвые самым важным считают подготовку. Разведывайте окрестности, ищите припасы. Оборудуйте убежище, чего бы оно ни стоило. Прекрасно. Назначьте оружие и предметы на ячейки быстрого доступа, чтобы быстро брать их. Окей. Бегите со всех ног. Враг оказался сильнее, чтобы спастись, вовсе не нужно убивать всех чумных Лондона. Нет ничего постыдного в желании выжить. Пробейтесь через ряды зараженных и бегите, сэкономив драгоценные патроны. Иногда отступление — лучшая тактика. Держите дистанцию, всегда держите дистанцию, иначе зараженные вцепятся в вас, как бешеные псы. Бейте их, прежде чем они доберутся до вас. Потратив секунду, чтобы взвести круг, вы не спасете свою жизнь. Бита для крикета не спасет вас от толпы, но в бою один на один она незаменима. Потому что не издает звуков. Не болейте. Каждый раз, когда до вас добирается чумной, вас ранят взрывом или чем-то еще, вы теряете здоровье, а индикатор меняет цвет от зеленого к красному. Если он опустеет, персонаж погибнет. Внимание, один укус, и вам конец. Второго шанса не будет. Если вас схватит и укусит, вы станете одним из зараженных. Постоянно заботьтесь о себе. Выигрывайте время. Хотя бы ненадолго, задержав врага, можно спасти себе жизнь. Запирайте, баррикадируйте деревянные двери. Если у вас есть доски, укрепите ими двери. Запомните, металлические двери забаррикадируйте нельзя. Некоторые предметы мебели можно двигать. Так вы сумеете заблокировать двери или открыть тайные проходы. Не шумите. Мозги у зараженных мертвы, но видят и слышат вас чумно и прекрасно. Не попадайтесь им на глаза и ведите себя потише. Дольше проживете. Без глупостей. Лучший способ убить зараженного – уничтожить мозг. Не тратьте патроны зря, цельтесь в голову. Отвлекайте врага любым образом. Зараженных привлекает яркий свет и громкие звуки. Так что ищите световые гранаты и любые предметы, которые можно взорвать. Вируцид. Благодаря доктору Питеру Найту у вас есть полный шприц вируцида. Используйте его, чтобы отравить зараженного, когда тот схватит вас. В шприце содержится всего одна доза, но ее можно пополнить. Для этого сканируйте зараженных, находя тех, у которых есть нужные антитела. Анализируйте их, чтобы определить распухшие... Что там распухшие? Почему дальше не читается? Что-то как-то странно тут. Текст, наверное, вылез за рамку. Понятно. Лучше умереть, чем что? Милосердное убийство. Возродившись в виде нового персонажа в убежище, вам предстоит найти предыдущего героя, ставшего зараженным. Убить его и забрать содержимое рюкзака. Ну, это понятно. Любимое оружие. Определите свое любимое оружие и побольше тренируйтесь с ним. Чем больше вы используете один тип оружия, тем лучше это у вас получается. Вы научитесь быстрее его перезаряжать, лучше справляться с отдачей, быстрее доставать его, быстрее наводить прицел. А в другой жизни можно будет выбрать новое. Планшет жизни. Открывайте новые области на миникарте, взламывая камеры наблюдения. Нельзя же бродить здесь вслепую. Чем лучше карта, тем надежнее план. Смотрите камеры наблюдения. Будьте осторожны, радар обнаруживает только живые или движущиеся объекты. Сканируйте и хватайте. Сканер позволяет изучать и помечать ценные вещи на миникарте. Планшет позволяет вам сканировать все вокруг и находить ценные предметы. А даренному коню в зубы не смотрят. Мои ресурсы. Мои вещи, мои данные, мои навыки, моя карта, мой блокнот. Запасайтесь толком. Сундук убежища поможет разгрузить переполненный рюкзак и сбалансировать, что взять с собой на вылазку. Верстак. О пользе сна. Каждый раз, когда ваш персонаж умирает или засыпает в убежище или укрытие, игра автоматически сохраняется. В укрытиях, подобных вашему убежищу, можно отдохнуть и улучшить снаряжение на верстаке. Место, где персонаж прилег отдохнуть, отмечено на карте как место остановки. В этой точке вы начинаете игру. Камера наблюдения. Сканируйте распределительные блоки камер наблюдения, чтобы живой взламывал и включал их. Это делает карту более подробной. Ага. Лазейки в городе, люки. Люки, ведущие в лондонские подземелья, служат самым быстрым и безопасным способом перемещаться по городу. Все понятно. Конечно же, много-много текста, много информации, да, но что поделаешь, это у нас что, патроны, да? Да, патроны для пистолета умноженные на 5. Интересно, можно? Нет, нельзя. 20 часов без сна, и твой котелок перестанет варить. Не забывай про сон. Про сон не забывай, говоришь, да? Я понимаю, но как определить вообще, сколько у нас без сна находится персонаж? Честно, я даже себе и не представляю. Так, ну мы тут вроде как... Да, мы тут были уже. Мы тут уже успели побывать, само собой.
Но лучше лишний раз походить, поизучать, чем потом думать: о, блин, да я не зашел туда-то, туда-то, я не взял то-то, то-то. И как это отстойно, понимаете, да? Ладно, тогда пойдем исключительно по заданиям пока что. Не будем насиловать персонажа, который только-только начинает вживаться в роль. Возвращайся в главный зал и погляди на мониторы. На эти, что ли, мониторы поглядеть? Они подключены к камерам ВТС по всему Лондону. Это в супермаркете рядом с тобой. Но глаз много не бывает. Есть еще камеры. Я научу тебя их перехватывать. Хорошо. Все думают, ВТС надежный, раз подключены к штабу полиции. Но это не так. Я служил в связи. Могу тебе много рассказать об их системе безопасности. Сканер. Камеры сами не починятся. Пора высунуть нос из норы и пройтись по магазинам. Мне это интересно, а вот на миникарте... На миникарте у нас показаны уровни, градации. Они что означают вообще? Сколько чего, как, почем, непонятно. Немножечко как-то все это не очевидно, да? Ладно. Необходим пропуск. Что, давайте сохранимся? Наверное, пора бы уже сохраниться-то. Не, вообще, персонаж тут хорошо устроился. Такое место, что не подкопаешься к нему толком. Никак вообще. Ладно. Маркер показывает, что куда-то нам нужно идти в совершенно другую локацию. Далеко-далеко отсюда. Наверное, даже, может быть, и на поверхность выходить. Такое вполне возможно. Пару всех со ставнями я разберусь. Так, перейдя в мур, используйте, чтобы назначать предмет на ячейке быстрого доступа. Хорошо. Сканером, да, я как понял, лучше пользоваться. Можно? Да, можно. Честно говоря, не знаю, надо ли это было делать или не обязательно. Но так, на всякий случай, вдруг потом поднимется. У них, правда, такие лица, как будто они сейчас вот возьмут персонажа и за ногу тяпнут. А это совершенно не круто. Ладно, раз уж мы сюда пошли. О, там уже кто-то ходит. Конечно же, у нас нету бинокля. У нас нету бинокля. Но это и так очевидно. Там, кстати, что-то было такое интересненькое. Давайте посмотрим. Ух ты, станковый пулемет. Нет. Нет, мы не будем его использовать, потому что если мы сейчас выстрелим хоть раз из этого... Из этого станкового пулемета, то вся толпа сбежится просто. Без пропуска ты не выйдешь. Должна же на станции быть хоть одна. Включи сканер планшета, осмотри область. На периметре пока проблем нет. Пока. Так, включи сканер. Планшет и поищи вокруг что-нибудь ценное. И не смотри дареному коню в зубы. Ну, будем искать все, что тут есть интересное. А, патроны, да? Хорошо. Только мне интересно, кто хранит патроны в таком переносном кейсе. Немного это не очевидно, по-моему. Но кому интересно, что очевидно, а что не очевидно. Правильно же эти? Аккуратно. Да как? Слышь? А, вот он сканер. А я что-то перепутал вот с таким вот сканированием. Не знаю почему. Ну, конечно же, на Wii U поиск предметов был реализован куда как круче. Там нужно было отдельный геймпад задействовать для того, чтобы пошариться, в принципе, по всему, что здесь есть такого. Это было как-то в новинку, признаюсь честно. А сканер? Подождите, сканер, он вообще что делает именно? Ага. Так, вон, мы что-то там на карте отметили. Карта обновлена. Ладно.
сюда, наверное, да? В принципе, здесь, скорее всего, что-нибудь будет. Вон там чертежик, пропуск. Да, мы вот так нашли пропуск. Ну, лучше, конечно, здесь все обыскивать, потому что игра, насколько я знаю, достаточно хардкорная. Ну, убрать преграду мы не можем, потому что тупо нету молотка для таких дел. Запертая дверь, понятно, спасибо. Ой, какой-то распухший ужас. Да, зомби пометить это очень правильно. Потому что надо всегда знать, где они находятся, чтобы они в результате потом не сгруппировались. А если не сгруппируются, это будет совершенно не круто. Естественно, мы к ним не пойдем. Это, по-моему, не совсем правильно. Это убежище мое детище. Я когда-то водил дружбу с типами. Звали себя Ворон и Ди. Помогал им укреплять места вроде этого. Мы-то знали, что нас ждет. Да тут, ребятушки, целая серверная. А не этот мужик ли тут окопался? Немножечко ранее. Большая аптечка, это хорошо. Правда, я не представляю себе, зачем здесь нужна аптечка, если сказали, что персонажу достаточно одного укуса. Нет, тут... А, опа-па-па-па-па-па-па. Окей. Не, мы, конечно же, еще тут походим, само собой. Поищем всякие интересности, вкусности. В таком месте я бы не рискнул использовать пистолет, признаюсь честно, потому что тут, скорее всего, будет оглушающее эхо, которое, во-первых, барабанные перепонки раздавит, а во-вторых, привлечет кучу чумных. Ну и в-третьих, еще может привлечь людей, что бывает хуже. Насколько я понял, что персонаж перемещается, да, сейчас? С одной станции на другую мы же находимся в подземке, как-никак. Которую вот мужик по голосовой связи минует бункером. Джон Ди предсказал и чуму, и великий лондонский пожар, который ее остановил. Он видел, что творила чума. Даже искал лекарства, панацею. Но все это сказки. Ты же понимаешь, что лекарства нет. Да, прям как в «Ходячих мертвецах». Бесполезно искать антивирус, когда уже люди заражены, да? Сканируй дверь планшетом, и я ее открою. Объясняю. Это я все задал. За безопасности. Ну, все. Давайте, да, мы будем сканировать все, что можно. Что мы тут отметили с вами? Вот этот ящик, скорее всего, который оказался на поверку пустым. Ладно. Ну, мы хотя бы теперь будем знать, что да как. Слишком много тут всякой шушеры, которая на деле тупо бесполезная. Хенбери Грин. Сканируй каждый распределительный блок, чтобы я их взламывал и включал камеры. Как я понял, тут была карантинная зона, когда еще эпидемия не стала очень обширной. Скорее всего, именно так. Жутковато, ёпти. Давай-ка. Нет, нужно именно подойти, да, вплотную. Я, в принципе, не против, я только за. Давайте мы тогда так и сделаем. Кстати, это был распределительный щит. Ты ведь представляешь, что это? Гнездо для камеры. Вот так. Отлично. Хорошо, карта обновилась. Из хорошей карты световые гранаты могут пригодиться. Яркий свет их отвлекает. Сигнальный огонь, да, это великолепная штука. Может очень хорошо помочь против зараженных. Очень круто сделано помещение, обставлено. Чувствуется, как будто действительно не тупо копипаст, а именно что-то свое. Но пока что это исключительно первое впечатление. Я не знаю, как это будет все далее. Потому как вдруг здесь однотипные... Очень однотипное помещение. Такое может быть тоже вполне.
Так, походу этот типок среагировал на нас, да? Ну что ж поделаешь. Мы, если его можем обойти... Ой! Иди отсюда. Уйди, все, хорошо. Он был гопарем, как я понял. Ранее. Теперь он, конечно же, уже далеко не гопарь. Но дверку я на всякий случай закрою за собой. Чтобы он не смог к нам пробраться, правильно же ведь? Что-то с фонарем нужно делать. Причем очень-очень срочно и очень быстро, потому что какой-то у нас фонарик не ахти совершенно. И это очень непривлекательно. Стоп, не понял. Это он так быстро обыскался, что ли? Ну ладно, хорошо, мужик. Я почти горжусь тобой. Ты очень быстрый и ловкий. Тут рядом люк. Это самый быстрый путь в убежище. Порой отступление — лучшая стратегия. Ага. Хорошо, мы с вами нашли люк, который вроде фаст-тревела, что ли. Открыть короткий путь. Это, конечно, забавно сделали. Отлично, боец. Немножечко архаичный квик-тайм-эвент. Честно говоря, ожидал немного большего. Привет. Ясно. Триангулирую. Ищи в супермаркете. Только осторожней там. Ляж. Полицейская, да? Да, это полицейская с бронежилетом. К сожалению. Ее это не спасло. Она все равно превратилась в одного из зомбарей. Как-то здесь душновато. Пользуйся радаром, не ленись. Хочешь знать, что за дрянь рыщет вокруг? Сканируй местность. Да, хорошо, без проблем. Все, что можно, мы сканируем, почему нет? Но я предпочту подняться поверху пойти, потому что... Зомби это не всегда хорошо. Так, здесь можно как-то присесть? Быстрый поворот есть, это прекрасно, но присесть, по-моему, никак нельзя. Оу! Так, значит, сколько их тут? Одна вон ползает. Их тут много. Ну что? Я думаю, самый лучший вариант сейчас это воспользоваться сигнальным. Сигнальным. Этот херовин этот, короче, сигнальный. Воспользоваться лучше всего. Подожди. Вот так примерно. Привет, детка. РТ. Чё тут я, конечно, просто упочил. Но мы с неё патроны взяли. Ну, на будущее будем знать, что можно быстрое добивание сделать. Этих тварей. Чтобы было все шикарно. Более чем. Да ладно! Он подключен к сигналке. А ну внутрь, пока не набежали чумные со всей округи. Внутрь? Привет. Не надо, не кусайся. Ну! Ёп! Похоже, бедолаги примчались на сигнал тревоги. Ну, теперь у них проблемы посерьезнее. Пец. Да, как-то неприятно все это, когда за дверью орда целая. Мягко говоря, неприятно. Что-нибудь тут еще полезное есть? Ой! Ёпте. Так-то. Но он пустой абсолютно. Абсолютно. Ой! Хорошо. Как-то он неэротично лег.
Энергетик, употребление этого продукта частично пополнит здоровье. А, ну правильно, некуда его использовать, этот энергетик. Хорошо, давайте мы сейчас с вами полечим. Нет, мы с вами выпьем газировку. Угу. Так, и возьмем у него, отберем энергетик, который, скорее всего, ему мало пригодится. Заграждение, чтобы... Ищи молоток, без него часть двери не открыть. Молоток, говоришь? Вот он, молоток. А пока будешь там грать, все, что не привинчено, твое. Давай, давай, давай. Вот, красавчик. Все, что не привинчено, говоришь? То есть здесь у нас много предметов для сканирования. Ну, не так уж и много. Могло быть и больше, на самом деле. Так. И... Больше тут, как я понял, ничего такого крутого-то и нету, да? Но зомби есть. Зомби стабильно. Аккуратно. Главное... Главное, особенно не торопиться. Это очень важно. Да, давайте мы уберем брус. Я, конечно, не знаю, зря мы это сделали или не зря. Не-не-не-не-не-не-не. Лучше вернуться обратно, конечно же. По понятным причинам. Тихо. Осторожно. Вот так вот. Все, готов. По-моему, больше здесь. А нет, еще один он плетется, ублюдок. Ладно, иди сюда. Чуть какие-то штаны не модные совершенно. Что, еще хочешь? Да прекрати ты. Ничего интересного у него не оказалось. Ну ладно. Рюкзак полон. Ну, хорошо, если рюкзак полон, тогда давайте мы будем использовать некоторые моменты, которые можем персонажу позволить. Кстати говоря, все энергетики дадим выжрать. Более-менее здоровье восстановит. То есть, как я понял, бить его руками зомби могут сколько влезет. Но при этом ни один зомби не может нашего персонажа укусить. Типа того, да? О, нет, спасибо. Тут, скорее всего, много всего. Много плюшечек. Ага, да. Конечно, я думаю, что большинство из этих предметов самая натуральная шушера. Но вдруг... Вдруг. Наша задача с вами убедиться, что здесь куча предметов есть, которые нам нужны. Потому что просто так игнорировать каждую такую деталь, это немножечко неправильно. Все-таки у нас здесь нелегкая прогулка, правильно? Рюкзак полон. То есть, что, еще что-то хочешь? У нас досок много очень. У нас очень-очень много досок. И у нас куча-куча фаеров. Честно, я не знаю, что мы можем еще взять здесь. А, это дощечки, дощечки, да, мы взять не можем уже. К сожалению, к большому. Конечно же, много уходит времени на обыск. И, как правило, все, что мы обыскиваем, оказывается в результате бесполезным. Но, по крайней мере, здесь еще есть электроэнергия. Да на тебе, ублюдок. Патроны, не зря. Патроны это очень хорошо, но я думаю, что патроны мы с вами еще успеем всегда использовать, правильно же? Вполне логично. Лежит, так отдыхает, и хорошо, походу. Ага. Кстати, можно тут что-нибудь выложить? Да, можно. То есть это замечательное решение вопросов. Частично восполнить здоровье, да, действительно, мы это возьмем. Тоже ничего нет у нее интересного. И вон еще какой-то предмет. Даже не один, слушайте. Где-то там это все сныкано. Вот как попасть туда, вот можете мне сказать?
Вот здесь никак толком не пролезешь. Немножко неочевидно. Ладно. Там доски. Там доски, да? Мне просто интересно. Вот, у меня вот этот вопрос у меня будоражит. Вот так вот, что ли? Да. Ух ты, нихера себе. Это дробовик? А, улучшение разброса. Конечно же, дробовик это 10 раз, да. Ну и ладно. Ну и ладно. Давайте мы вернем наш фаер. Где его оставил? Здесь? Вот он. Да, красавчик. Все, в принципе, отсюда уже можно и нужно выходить. Здесь мы больше ничего интересного не найдем, скорее всего. В принципе, обыскали все очень. Очень даже. Или нет, все-таки указатель. Указатель говорит, что нам все-таки надо туда вернуться. Ладно. Я, конечно же, невнимательный, да, я понимаю, я кое-что пропустил. Вот нам сюда, да. Что у нас здесь? Подальше. Когда найдешь щит, подключи к нему планшет и включи камеры. Хорошо, сейчас мы найдем с вами щит. Приятно так все сделано. Конечно же, сразу же вспоминается Dying Light, только без паркура. А, замечательно. Камеры снова работают. Когда сканируешь распред блоки, я взламываю их и подправляю карту. Взгляни на планшет. Коктейли Молотова — это классика. Порой против классики нет приема. Коктейли Молотова. Я думал, что это бухнуть там, чтобы здоровье восстановить, все такое, нет? Оказалось, нет. Хорошо. Не, коктейль Молотова лучше использовать, наверное, в самых крайних случаях, когда... Да на. Да держи, ты тварь. Хорош. Теперь пробирайся к тому лазу, что я показывал. Доберись обратно целиком, ладно? Да без проблем, бро. Все, уходим. Теперь, то есть, надо как-то так. Это сволочи мертвого поднимет. Убирайся оттуда! Так, 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 валим, валим. Давай, 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 давай. Блин, тут даже делать нечего абсолютно, сожрут тупо. Не торопимся. А то это может быть немножко неправильно. Сюда, да, в убежище? Да. Что немножечко хардкорит игру, так это интерактивный инвентарь. То есть игра на паузу не становится, когда персонаж лазит в рюкзачке. Итак, тебе удалось вернуться. В главном зале есть сейф со знаком вороном. Пора показать, как он работает. Да уж. Надо бы сохраниться, обязательно это сделать. Потому что сколько мы уже успели облазить-то? Достаточно приличное количество помещений. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.